Привет! Как покупать товары в Америке и в Европе и продавать их в России в 2024 году, несмотря на эти американские санкции? Все легко и просто. Ищите байера где-нибудь там в Казахстане, в Америке, короче, без разницы, где вы его будете искать. Самое главное, чтобы у него была маржа, точнее, процент маленький. Я покупал через девочку в Америке, которая живет, русская девочка. Очень любит деньги, обманывает. Вместо 90 рублей за доллар у нее почему-то было 103 рубля, плюс 10% превратились в 20. В общем, за доставку я отдал 15 косарей. Вот, приобретал я вот такую вот в Европе, 180 евро. Потом у официалов я брал вот такой микрофончик, Limelight. 150 долларов, это в Америке уже. И поп-фильтры, два штуки я взял вот за 40 долларов. Потом АКГ-шечку взял за 160 баксов, это тоже в Америке. Также я взял две звуковые карточки, одна Focusrite, вторая Arturia Minifuse 2. Focusrite 4-го поколения. Если вам интересны такие товары и хотите приобрести, ссылки где-то вот здесь будут, в описании на Авито, перейдете, приобретайте. Вот моя переписка с байером из Америки, с этой девочкой. Вот я смотрел и присылал ей ссылочки на те товары, которые мне нужны. Все, потом я ей оплатил там столько-то долларов. Делать заказы очень просто. Находите самый дешевый товар, отдаете эту ссылку своему байеру. Он сам оплачивает эти товары. Итак, я забрал свою посылку из Боксбери, точнее две, вот они. Микрофон Аудиотехника 2035. Aircross S стабилизатор. Карта Focusrite 4-го поколения. Карта Minifuse 2. Поп-фильтры 512 аудио. Микрофон AKG P220. И микрофон 512 аудио Limelight. Два таких, три таких, два поп-фильтра. Что, давайте переместимся за компьютер и посмотрим, за какие цены можно продать это все в России. Например, Focusrite Scarlett 4-го поколения. Вот такие цены в России на Яндекс.Маркетах. В эту цену вы не верьте, это какая-то шняга. Вы будете ждать также 30 дней, наверное, на посылку. Человек закажет либо из Европы и Америки, либо с Алиэкспресса вообще. Я товары заказывал с Америки и Европы. Это говорит уже о том, что это качество. И заказывал причем у официалов. Идем дальше. Вот карточка Arturia Minifuse 2. Ну вот, продаю я ее за 18. Вот. Вот здесь, в принципе, то же самое. А вот и микрофончики 512 аудио. Вот такие цены здесь. В целом 20 тысяч рублей вы можете продавать. АКГ-шечка. У АКГ-шечки такой разбег бешеный, непонятный. 19 тысяч. Вот этому человеку не верьте, потому что 21 день посылка будет идти вам. Смысл, он тоже закажет оттуда, накрутит свою стоимость. Ну его нахер. Если хотите быстро купить, вот они цены, 20, 29, 30, в среднем, да, это 25, 30, почему-то. Я продаю за 22. Можем поторговаться. Ссылочки в описании. Вот такой вот, например, микрофон, Аудиотехника 2035, я заказал за 180 евро. Короче, его продают очень дешево по какой-то причине. А, я знаю эту причину, потому что с Алиэкспресса приезжает товар, который стоит там 5 или 6 тысяч вообще. Ну, то есть, no name, на него просто этикеточку так, опа, и все. И производителя, в принципе, тоже указывают, какой нужен там Тайвань, там еще что-то. Я покупал в Европе, в Латвии. Также я сделаю обзор на эти микрофоны, вы послушаете, какой из них лучше, какой из них хуже, какой более насыщенный, какой менее насыщенный. Ну, что я буду вас учить, сами послушайте. Зайдете по ссылочке в описании и послушайте. Кстати, забыл сказать, что посылочка из Америки пришла мне транзитом через Бишкек, это Киргизия. Все ссылочки в описании, все то, что хотите там послушать микрофоны, все будет здесь, на другое видео пересылочка. Если хотите приобрести вот эти вот все микрофоны, поп-фильтры, звуковые карты, они также будут размещены на Авито, можете там и покупать, переходить по ссылочке и покупать. Все, пока.